Меня зовут Lenny Lenivetz. Я Lenivetz. Я живу в Нью-Йорке. У меня безумный рассказ. В субботу я поехал в продуктовый магазин с Геной и курицей. Я сказал Гена, я думаю, курица говорит странно. Курица сказала, я снимала яйцо, не простое, золотое. Я сказал, о чем ты говоришь, покажи мне яйцо. Курица сказала, я не могу, потому что я потеряла его. Потом Гена сказал, я видел яйцо, это вкусно, но не золотое, но это очень вкусно.